Ready for another? Что за Барли сейчас бот играет. Каким образом он меня убил? Punch!
Soy el mejor. Primo Punch. Sin dolor, no hay gloria. Adiós, amigos. Job done. Have a nice day. Job done. Have a nice day. Return. А типа как мне играть, если у меня подлагивает? То есть я как бы играю, у меня немного зависает. Кстати, он аутист, потому что он не умеет играть. Типа, то есть один на один он слился, и так он просто в газ уходит. То есть очевидно, что он не умеет играть, но мы это, я думаю, уже поняли. Как мне играть, если у меня лагает? Типа, что за дерьмо игра? Играть у меня лагает. Твою мать, играть, у меня зависает игра. Я по факту его убил, только у меня зависает. Это меня бесит. Я просто гонюсь за ним, у меня зависает, в итоге его догнать не могу. Играть дерьмо факт. Говорил, что я по факту его убил, а вы мне, возможно, и не верили даже. Фрэнк допустил фатальную ошибку. Здесь спраут ущерб, типа я не буду на спрауте играть, это херь полная. Thank you.
мне в другую пассивку здесь. Nap time. So tired. Ну, возьму Сэнди по приколу, не знаю, муж что-то сделает. Надеюсь, мне сейчас лагать не будет. Ой, какой у нас профессионал завелся, кидает дизлайки и сливается как лох, ну ладно. Как же бесит реально вот это пролагивание, почему раньше этого не было? Блин, ведь у меня сейчас это подключение прервано будет, это вообще ужас. Он не контрится. Че ты? Sand Shroud.
Тут очевидно Езель прямо его убил, потому что у него были читы, я его кинул в газ, получается. Начал жестко дамажить, но в итоге у него читы были. Но то, что я ему меньше урона наношу. То есть я ему прям жестко наношу урон, но у него читы, они ему как бы урон, который ему идет, ну, ему меньше делают. Так что его было победить нельзя. Игра окончательно скатилась. Не играйте, если мне каждую секунду лагает. Типа, это нормальная игра? Дальность. Но я думаю, это скорее дело в хитбоксах. Типа. Были бы у меня читы на хитбоксе, я бы его задел. Релакс! Это что сейчас было? Ну, как бы, я думаю, очевидно, что второй раунд выигран, и меня сейчас апнули кубки. Кстати, я выйти даже не могу, но, как бы, думаю, очевидно, то, что пора забрасывать Brawl Stars, и эта игра полностью скатилась, это все знают. Короче, сейчас очень много кубков апнул, но я сейчас еще поапаю, короче. Лишь у меня уже 41 тысяча кубков. Ha ha ha!
Punch on punch! Даже слагами выигрываю. Читы на хитбоксе. Did I do something? Whoa, chill! Sand Shroud! Блин, типа, против читеров, у которых, ну, эти читы на хитбокс реально нельзя фачиться. Типа, они тебя атакуют, и ты можешь мансить, не мансить, они все равно тебя задинут. То есть, выиграть здесь нельзя, я не знаю, что с ним делать. То есть, ну, против таких читеров реально, ну, нельзя выиграть. Ты обречен на поражение. Вообще-то, что мне еще и лагает, потому что игра дерьмо. Не, эту игру реально уже скоро заброшу. То есть, ее забанят, я даже не буду ВП, не, нахрен. То есть, у меня он есть, но не буду его использовать для Brawl Stars. Он что, мне сдался? Зачем? Каким образом он там оказался? Playtime's over, kids. Soy el mejor. Хорош, затроллил его. Прикол, прикол был. Блин, я не хочу в это играть, у меня реально лагает, это крайне бесит, я из-за этого не могу нормально играть. I'm ready to serve.